41-летний Джошуа Джексон впервые женился. Его избранницей стала 33-летняя Джоди Тернер-Смит. Влюбленные всего месяц назад дебютировали как пара на красной ковровой дорожке. Актер поддержал модель на премьерном показе ленты «Queen is Slim», в которой снялась Джоди. Более того, инсайдеры уверяют, что Джоди уже ждет ребенка. Он станет первенцем для обоих молодоженов. Не только ребенок, но и брак стал первым официальным союзом для Джошуа и Джоди. О романе американского актера и британской модели заговорили осенью прошлого года. За плечами у Джексона несколько романов со знаменитостями. Актер недолго встречался с Кэти Холмс в 90-х годах. А с Дианой Крюгер он был вместе на протяжении 10 лет. Пара рассталась 3 года назад. Их отношения были очень крепкими, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Влюбленные даже одевались в одном стиле. После разрыва Диана сменила имидж.